Синица обнаружена, место это. Это-то что такое происходит, а? Сладенько. Злодеи какие. Это вообще... Да, и попить еще, и попить еще. Интересно, мыши после этого вылезут или нет? Тут три мыши прячутся. Там мышка ползает. А, вылезли все-таки. Мы говорим, все-таки. А, еще синица прилетит. Не, сейчас мышь вылезала. Но синица, синица. Я, кстати, я не понял, почему она, почему синицы сюда прилетели. Кормушки вроде бы свободны. А, нет, заняты. Белка ест из кормушки. Ну и что? Ну ладно. Что-то перепугали птицы мне мышей. А, нет, вылезла одна, надо же. Я смотрю, там одна мышь просто за деревом все лазит под листьями. Еще одна мушка.
Сейчас человек мимо прошел, специально посмотреть, что я тут снимаю. Мышка чистит семечку от шелухи. Тонкая-тонкая пленка покрывает семечку. Я, кстати, об этом узнал только когда увидел, как мыши чистят эту пленку. А так даже и не подозревал, надо же. Ну ладно. Все.